Раз, два, три, четыре. Всем привет! Это рубрика «Зарядка». Я бы сказала, зарядка для ленивых. Не будем показывать пальцем. Ян, надо тебя видеть. Взаимно. И мы начинаем. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Стопы на ширине таза, копчик подкручиваем себя. Живот, бедра, ягодицы в тонусе. Раскрываем грудную клетку. Руки перед собой. Плечо, локоть и кисть находятся на одной линии. Локти слегка согните и в сторону направляем. За рукой, за правой уводим взгляд, сводим лопатки, таз остается неподвижен. Уводим взгляд назад. На выдохе возвращаемся. Вдох, на выдохе уходим в сторону. Таз неподвижен. Движение осуществляется за счет сведения лопаток и ротации в верхней части корпуса. Поехали. Выдох. Вправо. Центр. Вдох. Чуть-чуть ускоримся. Выдох влево. Хорошо. Продолжаем. Вдох. Таз остается неподвижен. Движение осуществляется за счет скручивания в талии, ротации верхней части корпуса и сведения лопаток. Таз неподвижен, сводим лопатки. Мы должны чувствовать, как спина, средняя часть включается в работу. Возвращаемся, дыхание не задерживаем. Да. Сколько нюансов. Выдох, отлично. Да все хочет двигаться, все очень хочет Конечно, двигаться. Конечно, все хочет помочь, но не нужно. Оставляем таз неподвижен. Нижнюю часть мы еще задействуем обязательно. Хорошо. Животик тяну. Да, выдох. Сводим лопатки. Сначала сводим лопатки, локоть уводим назад. Вот, отлично. Еще три раза. Выдох. И движение чуть-чуть помягче. Выдох. Таз неподвижен. Скручиваемся в талии. А можно его привязать куда-нибудь? Можно приклеить. Что у нас второе? Второе упражнение — мышцы спины. Мои любимые наклоны вперед. Так. Я их очень люблю и, мне кажется, даю везде, на группе, на персональных тренировках. Стопы. Исходное положение в ширине таза. Копчик у нас. Копчик. Подкручен. Нет, копчик мы сейчас будем уводить назад, а вытягиваться вперед грудной клеткой. Не подкручивайте копчик. Не надо. Лопатки сводим к центру спины, руки внизу вдоль корпуса. Акцент делаем на наклон, на выдохе. Слегка сгибая ноги в коленях, таз уводим назад, опускаемся вниз, грудная клетка, спина параллельна полу, лопатки от ушей, лопатки к центру спины, плечи вниз от ушей. На выдохе таз подкручиваем обратно на верх. Вот я это упражнение раньше делала неправильно, потом посмотрела на себя со стороны. Здесь очень важно максимально спину... Лопатки сводить, выпрямлять, да, спинку. Да, выпрямлять, да, спину и соединять лопатки. Это, я так понимаю, очень важно. Колени слегка согнуты, таз назад. Да, здесь заодно еще чувствуется задняя поверхность бедра. Попа, ноги, пресс. Любимое девчачье выражение. Слушай, выдох. Я не Ты знаю, не напрягай. У меня лопатки сейчас, такое ощущение, да, что не срослись. Да. Вот, да, отлично. Грудная клетка вниз. Хорошо. И на выдохе вверх. Напрягаем верхние точки ягодичные. Вдох. Руки просто вот вдоль корпуса, не напрягаем. Просто они вот ближе к бедру. Выдох. Здесь должна напрягаться спина, а именно разгибатели спины. Задняя поверхность бедра, ягодичные. Вдох. И на выдохе вверх. Отлично. Люблю, когда это упражнение выполняется еще и правильно. Люблю, когда меня хвалят. В принципе, мы можем остаться здесь же, в наклоне. Вдох. Уходим наклон к прямым ногам. Копчиком вытягиваемся наверх. Стопы на ширине таза. Сбрасываем голову, шею, спину расслабленно вниз. Затем переходим на жесткие пальцы и вытягиваемся, выпрямляя ноги в коленях. Втягивая колени, таз назад, копчик. И грудную клетку вниз. И подаем вес тела вперед на пальцы. Здесь будет вытяжение спины. Выполняется впервые. Вдох. Опускаемся на выдохе вниз. Наклон. Здесь спина расслаблена. Голову, шею, спину. Нет, пальцы тоже расслаблены. Пока это наклон. Прям полностью сбрось верхнюю часть корпуса, округли спину. Просто повисеть.
Вот, да. Стопы чуть уже. Отлично. А теперь жесткие пальцы. Полупальцы. Вес тела подаем на носки вперед. И вытягиваемся, поднимаем голову, подбородок. Да, от груди вытягиваемся спиной, позвонок за позвонком. Ух ты! Вот. На жестких пальцах. Вытягиваемся. Ты не видно, как я стараюсь. Слышно, да. Отлично, да. Умница, пятки прижаты. Куда, куда, куда. Есть тело, приносим. Да, вытягиваем. И снова расслабляемся, сбрасываем шею, голову, спину, расслабленно вниз. Отлично. Вот, позвонок за позвонком, роллапом возвращаемся наверх. Отлично. Каждый раз буду вам это говорить. Зарядка у нас идет очень давно. И в каждой нашей тренировочке появляются какие-то новые упражнения. Ян, спасибо тебе огромное. Пожалуйста. От моего позвоночника отдельное тебе спасибо. Всегда рада стараться. Друзья, мы с вами увидимся завтра. Пока-пока. Всем пока. Раз, два, три, четыре. Ходьбу закончили.